Ямы на дорогах после работ муниципальных служб, причем в разных частях города. Где-то проводили коммуникации, где-то устраняли порывы. Глава округа во время своего выездного совещания дал поручение: до асфальтирования неровности обязательно подсыпать. Асфальт после перекопа сразу укладывать нельзя, потому что он провалится. Поэтому я им поставил задачу, постоянно должны подсыпаться. Хоть каждый день пусть ездят и подсыпают, чтобы было ровное. Площадка пока без асфальта, пока не устоится земля, а потом укладывать асфальт. На 18 участках в городе трудится электросеть, порядка 30 территорий у водоканала. Устраняют аварийные ситуации и затем восстанавливают за собой дорожное покрытие. Управиться должны за 75 суток. По перекопам, конечно, мы работаем очень активно, стараемся вовремя все устранить в графике полученных ордеров на производство земляных работ, ну, соответственно, чтобы не доставлять нашим горожанам неудобства. Во время выездного совещания Евгений Корж также побывал на улице Советской. Местный житель обратился к главе округа с жалобой, что возле его дома установили лотки и повредили подъезд. Теперь его нужно сделать заново. Ситуацию решат в ближайшее время. Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс.